История компании «Брик Плюс» началась 12 лет назад, когда на 150 метрах арендованной площади начался выпуск нескольких моделей деревянного сувенирного штурвала. С тех пор небольшая мастерская разрослась до серьезного производства, где ежемесячно выпускается более 5000 изделий. Здесь работает более 100 человек, а ассортимент продукции превышает более 200 позиций и охватывает диапазон от небольших барометров до напольных часов. Производство компании оснащено современным оборудованием. Так, «Брик Плюс» использует автоматическую сушильную камеру, которая осуществляет полный контроль над всеми параметрами сушки. Все это дает возможность исключить все формы брака, таких как растрескивание и коробление древесины в корпусах изделий. Важным этапом в работе является склейка древесины. Это обеспечивает высокое качество поверхности, так как перед этим из древесины вырезаются сучки и дефекты, а заготовки подбираются по цвету и текстуре. Поэтому наше изделие имеет безупречный внешний вид. Также это обеспечивает сохранность форм и размеров с течением времени. Древесина не дает усадки, не скручивается и не изгибается. В своей работе компания «Брик Плюс» использует автоматические обрабатывающие центры. Фрезерные и токарные станки дают возможность изготавливать многоэлементные конструкции. Шлифование деталей из древесины проводит после фрезерной обработки, циклевания, при столярной подготовке изделия к отделке, а затем после грунтования, шпатлевания, а также в процессе нанесения лакокрасочных материалов. Этап доведения поверхности корпусов до идеального состояния происходит на малярном участке. Он оборудован 18 постами окраски, два из которых позволяют работать с крупногабаритными изделиями. Вначале каждый корпус подвергается 2-3-разовому тонированию в зависимости от выбранного цвета, а затем его покрывают лаком в 3-6 слоев с просушкой каждого слоя в специальных камерах и последующей шлифовкой. В процессе окраски, который занимает несколько дней, нам удается максимально подчеркнуть красоту фактуры натуральной древесины. Мы используем финские экологически чистые лакокрасочные материалы, которые гарантируют длительную сохранность и долговечность изделий. Заключительным этапом является конечная сборка изделий из отдельных частей. Весь процесс контролируется отделом технического контроля. Залогом стабильности качества выпускаемой компании «Брик Плюс» продукции служит опыт персонала. Больше половины сотрудников, занятых в производстве, работают более 7 лет. Вся продукция компании хранится на специализированных складах.
Начав с одного барометра, сегодня наша компания расширила ассортимент настолько, что изделия охватывают почти весь спектр элементов дизайна интерьера. Большинство изделий выполнены из высококачественного массива березы. Также при изготовлении продукции мы используем массивы дуба, кедра, лиственницы и красного дерева. Огромный плюс работы с нашей компанией – быстрое исполнение индивидуальных заказов. Весь цикл от разработки до поставки продукции заказчику укладывается в 30 дней. Работа нашей компании приносит пользу окружающим и дает нам чувство удовлетворения от признания наших трудов. Вся наша команда вкладывает в любимое дело свой труд, мастерство и величайший дар в виде души и таланта. Мы делаем то, что любим, и любим то, что делаем.